А где, как не на первенстве, молодому поколению пробовать свои силы и набираться опыта для будущих профессиональных побед? Волейбольный турнир «Мяч на сетке» при поддержке президентского спортивного клуба предоставил такую возможность. На базе спортивного оздоровительного учреждения «Олимп» состоялся очередной тур республиканских соревнований. Данные соревнования дают возможность с самого раннего возраста увидеть в маленьких еще детках раскрывающиеся таланты. Это позволит в будущем как можно больше детей привлечь к массовым профессиональным занятиям волейболом. Турниру «Мяч над сеткой» больше 5 лет. Интерес к нему с каждым годом только растет. Здесь уже есть свои рекордсмены. Например, самыми частыми победителями становилась команда из Гродно. Эти соревнования еще называют детским вариантом взрослого чемпионата республики. Правда, состав участников куда внушительнее. Это вторые наши соревнования, второй тур детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой». Вторые соревнования для нас, для этой команды, для команды города Бреста. Первые были совсем недавно, месяц назад. Первый опыт. Ну, учимся, пытаемся наиграться, пытаемся показать что-то, свои умения, свои навыки какие-то. Для некоторых юных волейболистов этот турнир станет первым шагом в большой спорт. За матчами внимательно следят тренеры профессиональных клубов. Возможно, для кого-то из этих мальчишек или девчонок этот старт станет первой ступенькой во взрослую спортивную карьеру. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.